Представьте себе ситуацию. Утро, люди спешат на работу, переполненный лифт. Ну, публику в лифте вы можете себе представить, как вы захотите. Это могут быть ваши соседи, бабушка с внуком, грубиян, интеллигент, бомж, который в этом лифте живет. И вдруг в переполненный лифт с разбега залетает молодая девушка. Лифт трогается и застревает между этажами. Гаснет свет. Представьте себе полную темноту, и из темноты раздается голос. Ну чё, коза, допрыгалась? Мужчина, вы оскорбляете или пристаете? Я чумею с твоего идиотизма. Слушай, ты, очумелый, закрой своего поддувала. Если я опоздаю на тренировку, я начну ее здесь, с тобой. Ой, испугал. Ты кто, голос в ночи? Я боксер. А я уже поддувал, закрыл. Господа, простите, а вот то, что лифт не едет, это так надо? Ага, бензин кончился. Что хочешь, спросить не о чем. Ну почему же? Есть о чем. Вы лишая, не боитесь? А у вас что, лисай? Да, так зовут мою собаку. А смотрите, ей на лапку не наступите, а то она вам ногу откусит. Юрик, посмотри, с тортом все в порядке? И да, и нет. Как конкретней? Я на нем сижу. Девушка, а вы верите в любовь в первый взгляд, а? Да. А вы что, меня обидите? Нет, иначе я бы не просил. Я при свете стесняюсь. Бабушка, я писать хочу. Нет, ну это не ребенок, а садюга. Ну все делает назло. Ну почему я не хочу, а ты хочешь? Хотя пиво мы с тобой поровну выпьем. Мужики, мы что, так и будем здесь торчать, как шпроты? 8 часов, а я еще трезвый. Юрик, ты слышал, 8 часов? Тебе пора делать укол. Ну, делай. Простите, конечно, это не мое дело, но вы не боитесь в темноте промахнуться? А у меня муж лысый, он посредит. Как говорит наш пахан, делать укол в темноте все равно, что ставить клизму в невесомости. Попробуй только мне ширни. Лишай сидеть? А да, собачки, не плачь, они все сволочи. Понажрались, как свиньи, все руки нам с тобой поддавили. Женщина, а ну сойди с моей мозоли. Интересно, садилась в лифт, была девушка, а теперь уже женщина? Беспредел, вот так моргнешь, уже седая. Вы сами уберите свой локоть. Воткнули в пупок, как штопор. Это не локоть. Это нос. Бабушка, ну я писать хочу. А больше ты ничего не хочешь? Хочу. И что он там еще захотел? Бабушка, можно я скажу тебе на ушко? Я хочу, чтобы вы вызвали лифтер. Мать, осторожней, чуть ухо не откусил. Бабуля, заберите своего Маугли, дышит мне в ухо перегаром. Каким перегаром? У меня с утра во рту раковой мочинки не было. Лишай сидеть? Юрик, мне страшно. Ну, выйди. Юрик, дай руку. Она у меня в торте. Ну, дай другую. Да не сюда, шалунишка. Юрик, у тебя что, 3 руки? А у тебя что, разве есть талия? Это не талия, это нос.
мое сало? Кто это копается у меня в кармане? Надо же, карман, а я-то думаю, откуда у меня в сумочке мужской сопливчик? Это не сопливчик, это паспорт. Девушка, а вы все-таки верите в любовь с первого взгляда, а? Вообще-то я не девушка противный, но ты попал по назначению. Ой, западло, я с голубым в одном лифте. Как мне теперь братве в глаза смотреть? Он на тебя противный. Юрик, какой-то урод плюнул мне в глаз. Ну, плюнь ему в обратную. Это кто там собирается плевать? Да поцелуйте меня в хребет, чтоб я еще раз на лифте поехал. Ой, меня девушка обслюнявила. Фу, западло. Я не девушка. Я лишай. А что, разве собаки разговаривают? Голодные, да. Юрик, мне страшно, дай руку. А, простите, а мальчик, который пописать, он почему молчит? А тебе не кажется, что ты сам ответил на свой вопрос? Нет, не кажется, он, собственно, кто? Я мальчик. Внучок, это ты? Да не. Но я тоже уже хочу. Что я копилка 3 часа терпеть? Скажите, пожалуйста, а почему лифт так медленно едет? Мне уже пора быть в Таллине. А в Магадан не хочешь? Нет, а кто это? Лифтерша! Прям потерпеть они не могут. Чай прям 5 минут попить нельзя. Чё вылупились? Выходите! Выходите!